Привет всем! Вы на нашем канале. Я надеюсь, что у вас точно такое же настроение, как и у нас. Вот такое. В общем, берем санки, лыжи и в лес. Нет! В итоге. Ребят, короче, у нас опять будем что-то делать. Очумелые ручки, как говорится. Но вот эта подделка потрясла меня вообще. Потому что мы пришли в Леруа, посмотрели, сколько этот олень стоит. Вы представляете, 6 тысяч рублей за вот такого олененка, который чуть-чуть светится. Это же можно делать своими руками. И поэтому в этой серии мы этим и займемся. Точно. Ребят, по-моему, уже пора прояснить ситуацию. Как вы видите, то, что кися. Был бы у меня такой кот, я, может, и не женился бы никогда. Вот такую проволоку мы взяли в Леруа, она вообще не подошла. Объясню почему. Когда начинаешь одну сторону гнуть, другая отходит. В общем, у вас получится не олень, а как минимум такса. В итоге взяли кабель АПВ. Согнули каркас, и второй каркас как бы гнули уже по этому. В размер ушло у нас 3,10, вот именно на такого оленя. Я не знаю, как он соберется и как он будет. Может быть, тоже какая-нибудь сосиска получится. Но в итоге вот пока сейчас вот в таком варианте. Вот, фиксируем пока на изоленту, вот так вот в местах, чтобы два каркаса были идентичны, друг другу похожи. В общем, сейчас делаем само туловище, прожилки вот эти вот, кругляшки будем туда внедрять. И, в принципе, можно делать уже и ноги, и рога. Осечением брали одножильная десятка. В общем, первый мой косяк, сделал два одинаковых кольца, думал, воткну их, и все будет. На самом деле, туловище там идет у него по-другому. На задней части чуть побольше кольцо, тут в середине поменьше. Ну, чтобы он, ну, не казался сосиской, соответственно. Вот этот первый косяк, первое запоротое кольцо, но оно все равно куда-то уйдет туда дальше. В итоге все равно без переделок ничего не получается. Ребят, в общем, приняли решение. Круг проще делать уже, когда каркас лепишь. Соответственно, делаешь сначала первый круг, который будет основная толщина его. И уже потом уже подгоняешь, ну, какой формы вы хотите сделать. Хотите упитанного, потолще, хотите тощего. В общем, мы делаем среднего, пытаемся, по крайней мере.
скакал по городу олень. Тихо, все уже спят. Время прошло очень много, пока мы его делали. На каркас ушло ровно 50 метров этой проволоки. Мы даже ездили второй раз, закупали. Первый раз взяли 30, потом 20. В общем, 3 рулона почти изоленты. Что хочу сказать про изоленту? Изоленту покупайте тоже хорошую. Если взять, например, какого-то дерьмового качества, с ней очень тяжело работать. В общем, что нам осталось? Приклеить гирлянду и наша старая план-схема с нитками. Как моя прическа. Еще одно Рождество в окопах. Гарри, это было невероятно. Я, кажется, вывихнул лодыжку. В общем, ребят, вот такой олень у нас получился. Пора подвести итоги, что по затратам. Мы затратили 50 метров провода по 10 рублей за метр. Нитка 6 рулонов по 150 рублей. Клей столярный 260 рублей. Гирлянда 25 метров 750 рублей. Ну и в принципе и все. Конечно же, вы сейчас все хотите увидеть, как он в темноте сияет там и тому подобное. Сейчас это все будет. Но хочу дополнить к этому видео. Ребят, самое главное, мы затратили целую неделю, чтобы его сделать. На самом деле, это все очень сложно. Изначально, когда я увидел
этого оленя, думаю, что там делать, раз-раз мотал и все. В итоге мы неделю перекручивали, перематывали и переделывали. В итоге вот такой у нас он получился, а я с вами прощаюсь. Не забудь подписаться и поставить колокольчик. Всем пока! We'll be right back.